Добро пожаловать на канал Hardware Set Info. Перед нами находится устройство Oppo Reno 12 FS. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить вспышку в камере. Открываем камеру. Далее нажимаем на значок молнии в левом верхнем углу. И далее можем включить вспышку. Либо можем автовыбор включить, либо всегда включенную вспышку держать, ну, либо выключить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.